Позовите, пожалуйста, артиста Куликова. Да-да. Георгий Иванович, привет, старина! Это Киселев. Какой Киселев? Не помню. Нет. Берлин помню. 145-ю стрелковую? Николай! Да, да, конечно, конечно, да. Вот шел и увидел твою афишу. И очень обрадовался, что и ты здесь. Надолго? Так вот и я на 2 суток. Жду ваших приказаний, товарищ полковник. Значит так. Сейчас 23:00. Ровно в 23:30 я жду тебя. Гостиница? Ну, та, что у вокзала. Да-да, номер у меня 130-й. Давай. Да. Вызывали? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне нужно заказать ужин в номер. А ужин у нас только до 9. Как же быть? Ну, это уж ваше личное дело. Зайдите в ресторан, если успеете. Ресторан закрывается. Как же быть? Попробуйте в буфет заглянуть. Если успеете. Вы здесь живете? Видите? Я здесь живу, а это мой гость. Гости бывают только дома, а у нас это посторонний. Хорошо, но это посторонний мой друг. Могу я ее принять? Можете, только не здесь. В гостинице посторонним после 11 находиться запрещается. Будьте любезны, пожалуйста. Да, на минуточку, сюда. Вот сюда, да. Сейчас посидим. Здравствуйте. Пожалуйста, пустите нас. Нет, у нас все с собой. Вот с ним. Нам поговорить надо. Да, посидеть. Давно не виделись. Да, да. Будьте любезны. Минуточку, послушайте нас. Ну, за нашу 145-ю стрелковую, гвардейскую. Дежурный слушает. Так, ясно. Оперативную на выезд. Извините, служба. Если в следующий раз будете в нашем городе и захотите встретиться после 23, милости просим прямо к нам.